Всем привет, дорогие друзья, с вами Скорпион, и сегодня мы поиграем в Far Cry 3 на ПК. Поделаем какой-то вакханешн, я не знаю, но сейчас, на данный момент, я хочу пойти с вами на какую-нибудь миссию. Игра у меня не сильно так уж и лагает, в отличие от 9-го мода. Я тут уже три видеоролика по 3-му моду. Ой, фак! Извиняюсь, любители мартухи, как я. Не по третьему моду, а по 10-му Mortal Kombat пытался записать. Игра тупо висла, комп вис, все глючило, капец. Просто Bandicam не выдерживал такую нагрузку. То есть Bandicam, еще и сама игра у меня под FPS 49, вот так, может, 50. Но не 60 точно. Вот это сейчас было реально красиво. Тупо упал в воду и пофигу, руки, ноги поломал. И вот так вот. Так, погнали на миссию. У-ху! Бульк. Там я, ребят, прохожу Far Cry почти день за днем. И это, как это сказать, и я дошел до какой-то миссии так называемого бака. Не знаю, кто, что это за мудак, чел. Да ладно. Если вы хотите увидеть полноценное прохождение Far Cry, то, конечно же, лайкайте видеоролик. Если под этим роликом напишется 14 лайков, то я начну игру сначала. Ой, тьфу, не буду начинать игру сначала, а буду проходить какие-либо миссии, потому что сюжетку не хочу начинать сначала. Независимо от того, что там легкий уровень, все равно все трудно. И это жопа, реально. Так, погнали туда. Блин, там вообще какая-то вакханалия творится в этой пещере. Кстати, вот у меня есть вот такое вот оружие. Правда, не знаю, как оно там называется. Но оно после, короче, смотрите, заходите в магазин. Там ищите предметы и выбирайте оружие. Там есть боевые винтовки, снайперские винтовки. Выбирайте вот эти боевые винтовки и ищите там... Вот это вот оружие, оно после Фамоса идет. Классная оружка. Мне лично понравилось. Я пользуюсь. И вот у меня есть винтовочка тоже. О, патроны даже есть, офигеть. Так, пойдемте что ли с винтовкой? Бумажник переполнен. Ладно, ничего страшного. О, господи, боже мой. Они уже меня спалили. Джейсон, ну ты придурок, зачем ты орал, блин? Нет, ребят, я не так делаю. А если я не хочу выходить, то чё, быдло? Так, давайте вынесем его. Блин, какой ты косой. На нафиг в голову, тварь. 5 патрончиков осталось. Я не знаю, почему я продвигаюсь по сюжетке, если я хотел какой-то вакханешн творить. Что они тут делают? Их бак, что ли, навел? Ты чё, псина?
Так, иди сюда, красавец. Так, неплохо, ребят. Хилимся. Ух, ёпты! Ну тут и ворожины, конечно. Ух, хилимся, жесткая миссия. Сюда, красавец! Ты ранен? Черт! Там снайпер! Ах, говнецо-то, говнецо, говняное. Так, пацан, иди сюда. На, братан, ушел. Ну, здесь тебе не место. Что мне еще сказать? Ёпты! Тут просто врагов немерено, ребята. И сдох, нормально, классно. Блин, давайте поставлю на паузу, и мы с вами продолжим уже творить в мире, в свободном мире какую-то вакханалию. Раз, три, бум! И вот, ребята, я отменил ту бич-миссию, и сейчас мы что-то попробуем. О-о-о, бананы, как у обезьяны. Обезьянки, если меня смотрит какая-то обезьянка, конечно, на тебе бананчики, а не из Far Cry. Вот это бананы. What the fuck? Ребята, давайте, знаете, что сделаем? Нет, но на сюжетную миссию мы не пойдем. Так, что тут за охота у нас? Ну-ка, смотрим. Так. $250. Пираты его шайка откопали на ближайшем холме Откопали на ближайшем холме, убей его ножом, как истинный воин. Давайте попробуем. Надо убить, короче, охотник за головами какого-то чела, такого мудачка, чтобы... Короче, охота за головами, я так понимаю. То есть вы убиваете чела и... получать за это его голову. То есть даже маску. То есть я могу своего Джейсона переодеть там. Что такие вот дела? Побежали. Доберитесь до места. Надо убить их ножом. О, братва! Ух!
нафиг. Черт. Я не знаю, как... Я не знаю, ребята. Фак. Ладно, давайте я переиграю этот момент. Так, вот, ребят, я убил этого чела. Так, есть. Один навык. Так, иди сюда, ботан. Опа, опа, опа. Беспалевно, не палимся. Аккуратненько. Так, хорошо. Есть. Два чела. Нам там было сказано убить их всех. А, ребят, я понял. Это типа аванпоста вот. Так, вон третий. Нужно как-то аккуратно. Надо всех их с ножом просто убить. Запалили, как? Есть, готово, ребят, мы выполнили. Классно, да? Ладно, ребят, миссия была выполнена. Сейчас их последнего... Дырка допью. Ладно, ребят, с вами был Скорпион. Такой вот прикольной концовочкой мы заканчиваем эту серию. Если вам понравилось, то, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Скорпион. Всем до встречи. Пока-пока. Это был Far Cry.